Добро пожаловать на канал «Это вкусно». Сегодня я буду готовить тыквенный пирог из вытяжного теста фила. Выпечка из этого теста получается воздушной и с множеством невесомых слоев. Для пирога мне понадобится 1 упаковка теста фила, примерно 12 листов, 700 грамм тыквы, 1 средняя луковица, 100 грамм сливочного масла, 2 столовые ложки сахара, соль и перец. Приготовлю начинку. Натру на крупной терке тыкву. Нарежу мелкими кубиками лук и добавлю его к тыкве. Немного соли. У меня тыква сладкая, но все равно я немного добавлю сахара. А вот перца не жалейте. Перец добавит пикантности начинке. Все хорошо перемешаю. Замороженное тесто я размораживала в холодильнике. Разверну его. Я буду делать 2 небольших пирога, поэтому листы разделю. Так как пироги я буду складывать конвертиками, листы теста мне нужно вырезать квадратные. Складываю листы на уголок и отрезаю лишнюю часть. Эти полоски я тоже буду использовать для слоев внутри пирога. Растоплю сливочное масло. Выкладываю 1 лист теста и смазываю его растопленным маслом. Сверху выкладываю 2-й. И тоже смазываю. Затем 3-й. Каждый слой обязательно нужно смазать растопленным маслом. 4-й и 5-й слои я сделаю из обрезанных полосок. Далее продолжу целыми листами. Не забывайте смазывать каждый лист маслом. От этого все слои легко отделяются друг от друга, и выпечка получается слоеной и рассыпчатой. Кстати, из теста фила делается всеми любимая пахлава. Основа для пирога готова. Выкладываю в середину начинку так, чтобы можно было сложить конверт. Слепливать края не нужно, достаточно накрыть вплотную друг к другу. Первый конвертик готов. Переношу на противень. Второй делаю точно так же. Теперь оставшимся маслом смазываю поверхности пирогов. Отправляю в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 50 минут. Время корректируйте с учетом своей духовки. Ну вот, мои мини-пироги готовы. Даю им немного остыть и разрежу. Они получились хрустящие, с многочисленными очень тонкими слоями. Начинки довольно много, поэтому пирог достаточно сочный. Черный молотый перец и лук только подчеркивают вкус тыквы.
Я уверена, что этот пирог не оставит вас равнодушными, и вы обязательно его приготовите. На сегодня все. Если вам понравился этот рецепт, то ставьте лайк, пишите комментарии и задавайте вопросы. Нажмите кнопку «Подписаться» под этим видео. Вас ждет еще много интересных рецептов. Не пропустите!